Наталья Бусыгина – молодой преподаватель и общественный деятель, председатель Совета молодых ученых, лидер клуба «Инноватор» при областном профсоюзе, яркий представитель номинации «Я ученый» конкурса «Я года». Наталья живет наукой. Ее задача – сделать процесс производства одежды максимально эффективным. Уже сейчас не нужно дизайнеру, конструктору изначально продумывать, рисовать эскизы, а он может, создав виртуальную модель, получить желаемый образ и увидеть его. И остается дело за малым, только изготовить эту модель. «Полюбил науку сам, расскажи другому», – шутит Наталья. Она идейный вдохновитель и организатор ежегодного фестиваля науки в университете. Уже 2 года представляет вуз и на Московской экспозиции науки. Когда мы были осенью 2013 года, наш стенд просто переполнял людей, особенно маленьких. Им всем хотелось посмотреть какие-то разработки, хотелось все это потрогать, померить, пощупать и везде-везде поучаствовать. Ну, маленькие дети – это самые благодарные зрители, конечно. Желание посвятить себя науке пришло к Наталье в студенческие годы. В школе, смеется девушка, она была весьма заурядный ученик. Правильно выбрала специальность и пошло как по маслу. Красный диплом о высшем образовании, магистратура на отлично, аспирантура. В вузе мне интересно было именно это направление. И поскольку я поступала только на эту специальность, на технологию швейных изделий, мне всегда было интересно, а что же можно сделать. И все идеи сейчас, которые в моей голове появляются, они всегда доводятся до итогового какого-то результата. Наталья хочет сделать женщин красивыми, поэтому большое внимание уделяет работе с программой BustCAD, которую придумали на ее кафедре. Трехмерное проектирование позволяет подстраивать ту или иную модель плотно прилегающей одежды под конкретного человека. Она, в принципе, человек целеустремленный и человек, который действительно много времени отдает не только себе, а именно организации и популяризации науки не только в нашем вузе, а вообще, ну, как бы в широких масштабах. Наталью любят как студенты, у которых она преподает технологию швейных изделий, так и сотрудники кафедры. Называют ее душой компании, застрельщиком ярких идей. Она увлекается очень быстро и идет за этим как бы с флагом, призывает к науке других студентов и их заинтересовывает. Занимается она прежде всего это организацией рабочих мест, трехмерным проектированием, то есть она как бы стремится облегчить жизнь не только как бы конечным потребителям, но и тем людям, которые занимаются изготовлением одежды. На конкурс Наталья пошла, чтобы доказать всем – наука – это интересно. Вручите приз, и она расскажет, как понять и полюбить даже самые сложные технологические процессы. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.